Леонид Алексеевич, вот почему вы приняли решение прийти в компанию Siberian Wellness? Мне прям интересно. Знаете, я всю жизнь занимался, ну, медицинскую жизнь свою, занимался натуральным лечением. Но раньше это было, собери ложку того, ложку того, ложку того, свари и делай. А здесь, оказывается, естественно, очень великие умы профессора Новосибирской академии наук, которые это делают, они знают в этом толк, и поэтому делают такие препараты, в которые поверили даже самые скептики. И сегодня мы можем сказать, что они прекрасно, хотя называются БАДами, но прекрасно не только поддерживают здоровье, но при многих болезнях могут человека вылечить гораздо эффективнее, чем химические продукты. При этом не имеют никаких побочных эффектов. Мы очень часто забываем, что когда химию принимаешь, побочные эффекты и осложнения, они всегда накапливаются, а потом вылазят другими болезнями. Вот чем мне нравится сибирское здоровье, что у них, во-первых, великолепная продукция, во-вторых, у них нет подделок, в отличие от многих других компаний. И в-третьих, это компания, которую я просто знаю лично, разработчиков и основателей этой компании еще с советских времен. И поэтому людям, которым доверяешь, конечно, будешь их продукцией пользоваться. Поэтому... Спасибо огромное, Алексей. Леонид Алексеевич. Леонид Алексеевич, руководитель маммологического центра. Просто, знаете, я восхищаюсь и очень радуюсь, когда сюда приходят такие доктора, такие врачи, такие профессора, потому что через вас очень многим людям можно достучаться. Конечно.